Тихонович. А кто вы такой будете? Я Владимир Анатольевич, ну, Владимир Анатольевич Челябинск. А мы где-то Я с вот... вами пересекались наши пути? Может быть, в Ютубе были у нас? Ну да, вот я поэтому к вам... Я вчера к вам пытался зайти, ну, видно, то ли опоздал, но время уже где-то было около 8 вечера. Ну, у нас все записывается, выставляется в интернет. Да, да, хорошо, да, я это... Вы не против? Нет, я не против. Я вас слушаю, только голову поднимите, у вас сильно ушли вниз. А, вниз, да? Да, Так, а вот... Еще повыше, да. Вот так. Так. Сейчас, ну, я, может, сами вот так, вот так, что ли... Вот так, поднять. Все, говорите. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Еще раз, я это заикаюсь я немножко, так что это, извините, это. Вот, ну, в общем, я как попал на ваш канал? Ну, я очень, ну, много ваших роликов смотрел. Мне очень не понравились, особенно вот этот лагерь Стан. Как вы там, это, как детей. Да, вот так вот, вот по такому принципу надо детей воспитывать. Ну, вот у меня тоже есть внуки. Если их как, я вам вкратце так расскажу. И вот ваш метод воспитания это детям, как говорится, вот самый нужный. А я вот немножко им даю поблажку своим внукам, и они уже начинают мне садиться на шею. И сейчас уже, как говорится, от них спасу нет. И вот не знаю, что, как говорится, вот в таком плане. Ну, это, как говорится, это так, как говорится, я это. И вот. Я как давно хотел попасть на ваш канал, еще расскажу, как я попал. В общем, я смотрел это такой, ну, это видеоролики, как дрова колют, ну, эти дровоколы, там гидравлические, это редукторные, там, это и вот. И попал как-то, ну, и попал на ролик, а вы как-то, как этот еще был с Украины, этот... Он сейчас уехал на Украину, это, Никита, да. Никита, да. Да, ага, и вот, и вы дрова там кололи, как говорится, такие, эти, у этого, как же его звать-то, он, у его этот Т-16 вроде трактор. Ну, правильно, это, так я знаю, помню. Да, да, и вот, мне, тогда я как-то вот попал на ваш ролик, и у меня как-то это сразу, как-то это так встрепенулось в душе, и вот, и потом на ваш канал, ну, это потом давай каналы ваши смотреть, и вот так у меня пошло, поехало, и это, я вот все-таки дошел до вас. Так, сейчас поговорим, я скину наши ресурсы, чтобы вы знали сайт, форум. Ага, хорошо. Вот, и еще, это Игнатий Тихонович, я вот у вас скачал, это аудио-библия, что ли, там. Да. Это начитано, там вы, там еще кто-то читает, и вы это читаете, там 66 этих, это, как они, или пункт, или это, томов, или 66 томов, потом в каждом пункте, я вот это открываю, там где-то, от 5 до 60 этих, ну, тоже какие-то пунктов, и вот этот пункт каждый, это где-то от 5 до 10 минут, и вот я каждый день слушаю по 7 пунктов, ну, где-то он у меня уходит где-то минут 40-45 на прослушку, я 7 пунктов открываю, но я уже месяца 3, наверное, 4 читаю, ну, по 7 пунктов, дошел до 45-го, а их 66. Вот, но их там много, как говорится, вот. Я вот ваш голос, как говорится, там вот и слышал, и это. И вот. И, ну, я сам, как говорится, ну, хожу так в церковь. Я вот начал где-то, ну, где-то около года. Вы опять ушли вниз, выше. А, выше. А то потом будете смотреть и скажете, почему я не видим. Вот так. О, не склоняйтесь. И вот, и, ну, я, как говорится, читаю, ну, я... это молитвы, ну, каждое утро читаю, утро и вечер. Ну, только я вот 2 дня, ну, то есть 2 раза в день я читаю, и утром, и вечером. А сколько вот положено читать? Ну, как бы, ну, я как мирянин считается, я еще, как говорится, не совсем, как бы, ну, в плане того, что... Ну, я вас видел, да, это. А вы посмотрите, как зайдете, что мы каждое утро молимся по скайпу с разных сторон люди. И все выставляется, и вы можете подсоединиться. Ну да, я попробую. Там еще у вас и читает этот, как он, Сергей. Пупков. Пупков, да. И да, вот. И, ну вот, да, мне вот понравился. И вот, как говорится, это во свете и Библии.
И мне это, как говорится. И еще я хотел сказать, вот как-то я у вас ролик смотрел, у вас как-то, ну, разногласия произошли с этим, как он, Роман Малыш, что ли, Малыш? Да, да, да. Да, ну там насчет этого, да, он говорил, что Земля это плоская, а вы говорите, что там, ну, Земля шар. Ну, да. Да, да. И вот, да. Ну я просто это, да, просто не мог понять, как у ее, как говорится, ну, как он так вот это. Ну, у нее нет ни воображения или чего, как говорится, это уже доказано все 100 лет и назад, а он-то у ее. Или он, ну вот я вот это не мог понять, чем он, как говорится. Против всего поднялся-то. Дело в том, что зачем ему потеряем, когда против батюшки, никого не признает. Всех поносит, а он даже не получил права жить с Украины-то. Ты иди к властям-то, получи хоть какой документ, паспорт давай сожгу, но мы за тебя отвечать будем. Да, я это... арестовали, увезли, и все. Да, я это читал, но смотрел, да, так вы его как хорошо приняли, как вы же вообще, как говорится, хорошо жили, я не знаю, что с ним случилось, то ли бесы в него вселились, то ли... Как-то говорит, непонятно. Я поеду оформлять, чтобы получить визу-то. А сам никуда не едет, поднялся против всех. Ну, я это видел, да, это. Что-то непонятно, да, странно. Он где-то, он там, это я еще, ну, посмотрел, как они, он дом строил, как бы, ну, это, сваи там они уже поставили, думаю, вот сейчас да, будет. Он дом-то еще не строил, только столбы сваи, поставил. Да, столбы, да. Все погубил упрямством. Ну, конечно, у него один развод, там другой. У него и жизни-то никакой нет. Мы говорим, надо смириться. Жену привези. Ну, да, да. Но... И так же и... Да. И вот и еще про это... Вот у вас и хороший наставник, такой спокойный, Володя Пащенко, что ли, да? Да, его? Да, да. Вот. Пащенко, да, да, он хороший, он понравился, он такой спокойный, как говорится. Ну, мне лагерь ваш понравился, это, да. И сразу как-то вспоминается, вот я сам это, деревенский, ну, в деревне жил, сразу вспоминается как-то детство, как я сразу же погружаюсь в детство, ну, это, в деревенское. И это, и вот, как говорится, у меня все это... Ну и долгое время пытался к вам, как говорится, это, ну все как-то это не решался, ну, попасть на вас сайт, вот именно на видео с вами и пообщаться. Ну это по скайпу. Это по скайпу, да, ну да. А еще есть какая-то, вот, я смотрел, когда чат-рулетка, что ли, она это она как-то по-другому, это через другой и ресурс. Есть, это другое совсем, это там вместе всякие люди для блуда собрались. Да, да, да. Мы так говорим о Боге. Я вот сегодня выставил один разговор. Прям зайдите на наш самый последний ролик, чат, беседа. Да, да. Хорошо, да, это зайду. И это, и вот еще у меня к вам один вопрос. Я вот, ну, по интернету тоже читал про святых, там про это. И вот мне это вот царь Давид. Вот как-то вы это упоминали, что, мол, ну, как говорится, вот православный или верующий, он не должен брать за оружие, ну, как говорится, в армии там служить, да, или что, да. Как-то, да, это есть же такое в Библии, да? Я вам могу скинуть этот материал, о войне называется. А, вот, да. Вот здесь, прямо здесь поговорим, я сразу скину вам. Ладно, хорошо, Игнатий Игнатьевич. Так, и еще вот, и я вот про царя Давида читал, что он, как говорится, ну, как говорится, он, у него, на нем как-то было много крови, да? Да. Что он в войнах, это, и потом он блудом это занимался, ну, это, соблазнил у своего этого, это, жену, у своего, это, подчиненного, что ли. Да. И потом его погубил. И Господь его это наказал, забрал у него сына. Да, да, это вот, ну, и вот я хотел бы, а почему, и его Бог простил за его, как говорится, за, ну, это, за войны, как говорится, за кровопролитие, а
А вот так вот и люди сейчас вот идут в армию служить, они это не имеют права там, ну, вот стрелять или защищать свою родину. Вот так вот. Понимаете, вот это, я вам скину вопрос о войне. Там все описано. Ну ладно, ладно, хорошо. Вы читайте внимательно, там все и по Библии, и святые отцы, и каноны. Там моего-то ничего нету. Ну. Нас идут служить, обязательно служить, наши служат, но только на альтернативной основе, без оружия. За больными ухаживать, раненых с поля доставлять и прочее. Ну это да, это как гуманитарная, она, да, это как миссия. И еще, вот, ну я как-то прочитал про и этот Иоанн Богослов. Ну, как говорится, ну это тоже это интересно. И вот почему, когда Иисуса повели на Голгофу, когда его это на распятие, и ученики все у него, как там не было его, это учеников, только был, говорит, Иоанн Богослов и Дева Мария. И он, говорит, Иисус сказал, чтобы он, ну, как говорится, ну, с его матерью как бы был до конца дней, да, это как бы он сыном был Деве Марии, да? Да. Да, 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 вот. И это... И, а почему вот учеников-то не было вот это? Испугались, потому что они вот, отрекся трижды. Ну да, я это... А потом Господь говорит, скажите Петру, потом опять принял их и все. Это страшно, там мы думаем, я бы не так сделал. Они все говорили, только не я, только не я. А когда до дела дошло, все разбежались. Ну да, да. И они, говорит, смотрели издалека, и это, как говорится, вот блудница была, это как она это... которая это обмыла ноги у Иисуса, это блудница, это как она... Магдалена, да, да, да. И вот, и еще вот, про, хочу, я вот и читал про этого, про Иуду Искариота. Ну, говорят, он, ну, это Иисуса предал, да, за 30 серебряников, что ли. Ну, это написано, ну, я вот эту, всю это прочитал, это... Евангелие от Луки, от Марка, от Иоанна и от Матфея. Да. Вот у меня вот есть, это, как говорится, это Новый Завет. И главное, вот... Вот она, видите? Ну у вас Библия, а у меня, ну да, у меня вот маленькая, ее видно. Она, ну вот, и это... И... Это, как говорится, и, ну, говорят же, он тоже, это, он же, говорит, дружил с Иисусом, когда они были маленькие, они же, говорит, дружили. Никто не знает, такого нету нигде, в Библии это нету. Но я еще читал, что как-то этот, и он, говорит, этот, и Иуда Искариот, и это, лечил людей, это правда, нет? Нет, ничего нет этого. В Библии нет. Златоуст говорит, о том не рассуждаем. Знаете, что мы сейчас будем прощаться, у нас сейчас занятия будут. А ладно, ладно, хорошо. Так, ладно, Игнатий Тихонович. Только когда нужно будет идти, сначала напишите мне. Все, пока, с Богом. Ладно, с Богом. Вас как звать? Звать как? Владимир. Владимир, одни Владимиры вокруг меня. Ну ладно, с Богом. С Богом, да. Отключайтесь. Ага, хорошо.